Ребяточки, девчаточки, я вас категорически приветствую на своем канале Шук Муравейники. Сейчас вы будете смотреть новую серию плейлиста под названием «Азы оживания». Серия будет иметь номер 33. Ну, шучу, конечно. Не Шук Муравейники, а Жук Муравейники. И значит, плейлист у нас называется «Азы выживания 2». И ты уже спросишь меня, а что же меня так долго не было? Спросишь меня, что меня? Ну да, два раза меня. Ну что ж такое? Да, во-первых, у меня ремонт на кухне, но он уже почти закончился. Не, ну те, кто приходит и приходил на не очень частые стримы, которые были во время ремонта, они знают, что ремонт. Но если ты не знаешь, то знай. Но это тебе на самом деле не важно. Ремонт почти заканчивается, теперь серии скоро по всем плейлистам основным начнут выходить в своем обычном формате. А сегодня, как обещано, вот вам «Азы выживания 2», серия номер 33. Так, сейчас мы... Незваный с наганом нет. Вот они, «Азы выживания 2». Серия 33. Это обычный незваный гость. Вот, прожит тут уже 145 дней. Не обращайте внимания на мой голос. До синего носа я, возможно, даже буду иногда покашливать. Вот так вот... Но это не только от старости грядущей. Вирусню как учится ли я подхватил или я не знаю. Так, ладно, все. У нас же Ватсон-то починил свой КамАЗ. Ха-ха-ха, Ватсон. Заводите оперный театр. Поехали в 33-ю, понимаешь ли, серию его. Тряхнем, так сказать, всем, чем только можно. Тряхнем всем, чем только можно. Звучало как-то не очень обнадеживающе, да? Так, а что это такое? Газета. Тряхнем. Ну, сейчас мне придется вспомнить, что тут происходит. 145 дней, это хорошо. Это я нахожусь в локации Чоганный камень. Если мне не заменяет моя болезнетворно-старческая память, то это старая подстанция. Старая констанция. Я пришел на старую констанцию. И где-то тут застрелена пара волков. Тут, смотри, тут кожуры какие-то принес. Там метель какая-то метет. А что у нас? Ага, утром. Красит нежным светом. Ну, я так понимаю, я здесь все уже собрал. Кнопки не отламываются. Значит, стрелки указателей, прибор указателей не откручиваются. Очень жаль. Трубы не пилятся. В общем, повзаимодействовать не с чем. Выключатели не выключаются. Включатели не выключаются. Правильно сказал? Не знаю. Так, а что это у меня там такое разрушено? А, банк, банк. Так, две банки. Не, ну у меня кулинарии-то, вообще навыки-то у меня все тут это, на максималочке, ну, которые я могу себе развить. Вот. Ну, остальные-то, понятное дело. Так, а где я еще не был? Я же был. Ну, дай-ка я полюбуюсь. Дайте-ка я полюбуюсь. Хоть серии прошлой смотри. Так, не туда ты нажал. Давай посмотрим эти наши последние, так сказать, дни. Так, черный камень. Просите-ка бригадира. Ферма повара. Ферма повара. Клиновидная пещера. Последний участок — заброшенная шахта. Убежище каменщика — свистящий окунь. Так, пещера Пикандри. Ага, это я с Волчьей горы уходил, да? Ага. Так, с Волчьей горы я ушел. Тут у нас ферма повара. Я так, просить-ка бригадира. Прицеп ферма повара. Здание тюрьмы «Черный камень», то есть черный бронежилет я достал. Электростанция, останки добытчика. Пропарочный тоннель, останки добытчика, прицеп. Медвежий угол, прицеп, медвежий угол. А, медведь там, наверное, был убит, да? Пещера у русла ручья. Узкий мост, старая подстанция. Ага, старая подстанция. Так, а как там еще же есть какой-то? У нас есть останки добытчика, есть еще какой-то участок. Ну ладно. Какой-то участок, вы на него пойдете когда-то потом. Так, когда-то потом. Когда-то потом. Что у нас? Лук 38%. Так, лук у тебя 38. Банки. Ну, банки я таскаю, наверное, чтобы себе делать эти... Бомбы, так сказать. Так сказать, бомбы. Слушай, заняться-то мне тут нечем, блин. Клены вот не сохнут. Кишки сохнут. Слушай, что, спать, что ли? Так, а спать не хочу. Блин, а что, пилить стул, что ли? Нечем пилить стул. Ну, я бы распилил стул. Я вот стул могу распилить, а мне нечем его распилить. Что же за жизнь-то такая? Стул пилить нечем. И это не рубится. Ну, пошли, выйдем. Слушай, а меня, по-моему, сюда волки загоняли? Или я их сам загонял? Что там было-то в прошлой серии, 32-й? Ничего не помню. Я сразу 32-ю квартиру.
О, глянь. Тут, значит, миско лежит. Волчье. Ну, судя по тому, что лежит миско. А, вот ножовка. Ага, значит, сейчас будем стул пилить. Судя по тому, что лежит на этот... Миско не очень похоже на то, что меня волки загоняли. Ага, и судя вот по этому волку, вообще не похоже, что меня кто-то загонял, да? Да, больше похоже на то, что я его загонял. А, ну кожурут я с него и кишки, а... Ну, кишки давай возьмем с него. Я с него, он почти все забрал. Ой, холодно на. Ой, на холодно. Так, ладно, волк. Это значит, я его тут, на территории, укокошил. Чёртов мороз. Ах, этот чёртовский мороз. Ну что, пилим стул? Так, калорий хватает в организме, да? Ну, пилим, а я не знаю, что. Опа, опа, солнце, солнце. А чё, не прошла метель? Не-не. А я думал, она... А, ну на черном камне что-то метели же. Лютые, лютые метели. Да, метели лютые. 145 дней выжили. Выжили. Так, это какая-то эшечка. Ну, там есть баги, но баги не будем показывать. Там баги какие-то. Не, мы баги не будем показывать. Ну, пошли просто вокруг походим. Там Тимофеевку надо собирать. И, по-моему, пара волков убежал со стрелами. У меня подписаны серии. Я всегда подписываю, сохранение делаю. Ну, для того, чтобы потом, вот если был большой перерыв, хоть знать, что делать. Вот написано, что у меня тут пара волков подубежала. Убежала. Куда она убежала? Ну, сюда куда-то убежала. Минус 21. А тепловой бонус у нас 24. Так себе тепловой бонус. Конечно. Блин, слушай, так долго метет уже и не собирает вообще ни разу. Ни разу не собирается униматься. Так, это что? Сейчас тут еще не отхватить волков каких-нибудь. Понимаешь, да? Только где-то здесь, по-моему, есть пещера. А вот она, очевидно, да? Так, очевидно, это она, да. Напротив старой Констанции есть старая пещера. Безымянная, что ли? Да. Нет, нет имени. Не дали ей имя. Этакая пещера-безымяшка. Ну что, безымяшка? Да ничего, давай мы здесь просто подождем чуть-чуть. Все, стихло наконец-то, ура! Ну, так, а что у нас из оружия есть? В этом сколько? 6 выстрелов, да? А куда ж я их потратил? Или я еще не был? Или я еще в ущелье не был? Я что, в ущелье не был? Железнодорожная ветка водопады ворона не ходил, ма. А не помню я ни хрена. Или я так много стрелял? Выстрелов? Я, по-моему, уже это видел. Я, по-моему, уже это делал. Выстрелов из сигнального пистолета. Один! Не был я в ущелье. Не был. Из сигнального пистолета я только раз стрелял. Потому что если бы я в ущелье был, у меня было бы всего 12 патронов. Один бы я выстрелил, 11 осталось. Сейчас бы один был заряженный, 10 свободных. То есть сейчас бы 10 показывало. А у меня 6 показывает. Из чего мы сделаем какой вывод? Правильно. Не было у меня еще 4 патронов из ущелья. Верно? Верно. На незваном госте их может быть максимум 12. Один всегда заряжен. Не, ну не всегда, иногда не заряжен. Кто как, но я ношу сигналку заряженный. Значит, будет показывать 11, если бы ни разу не стрелял. Если раз стрелял, то 10 будет показывать. Ну и так далее, и тому подобное. Так, а куда же эти волки убежали? Перед смертью, скажем так. Они ж куда-то убежали. А, ну смотри внимательно, где-нибудь лежат. Валяются, отдыхают. О, есть крыш надо. А что там у нас поесть? Ну вот, съешьте. Съешьте консервы. Сардины. Иваси, Иваси. Поди, Иваси, сардины, Иваси. Т.
Так, не вижу я никаких волков пока. Но я ж помню, там у нас была бойня. Там два штуки, по-моему, я ранил. Они ускакали. Ну, тыгадыкали так. Тыгадым-тыгадым-тыгадым-дым-дым. Тыгадым-тыгадым-тыгадым-дым-дым. Хотите нырнуть? Не-а. Найн-найн-найн-найн. Так, кстати, стрел у меня токма 9. Так, слушай, а что, сюда не залезть, да? А там, смотри, решеточка какая. А что, с другой стороны, что ли? Что ли с другой стороны? Чешо с другой стороны? Так, вот это мне вообще не нравится. С другосторонней. Так, ну тут ты разобьешься. Да, это я понял. Я вообще теперь отсюда выйду. А, я вообще теперь отсюда не выйду. Что, только топиться, что ли? Давай топиться, блин! Что-то я тупанул. Не, погоди, ну как топиться-то? Нет, топиться нам не подходит. Нам топиться не подходит. Вот зачем делать такие вот места, в которые, если ты залезаешь, то ты из них выйти не можешь, а? Вот вы мне скажите, вот зачем? Нахрена козе баянная установка, а? Нахрена делать такие места, из которых невозможно вылезти? Только, так сказать, в эту, в воду. Не, можно вылезти. А я уж думал, все. Я уж думал, сейчас придется перезагружаться. Не, ну а чё, блин? Я же не знал, что не везде можно гулять. Я тут эти места плохо знаю. Ага, рождение-то, рождение-то доставьте. Пишите. Найн ходить туда, найн туда ходить гулять. Чё, опять ветер, что ли? Чё, серьезно, что ли? Он что, кончился, блин? Да, фил. Какой фил? Кенфил. Так. Знать не знаю. Никаких кенфилов. Волков тут нету. А вон там что такое? Нет. Слушай, а как вот сюда вот, вот эту огражденную территорию зайти к этому, к столбушку, скажем так, этому электрораздавательному, электроопорному, вот этому линии электропедирач. А, вон оттуда можно зайти. Отсюда можно зайти. Можно зайти отсюда? Мария Ивановна, отсюда можно зайти? Ну, я не знаю. Сукол. Сукол, блин. Ничего не знаю ни про каких суколов. Я хочу туда залезть. На вот это вот. На вот это вот, вот это. Ага, сюда залезть можно. Слушай, а куда делось два волка? О! Я-то думал. Ух ты! Стамп, бустер! Сам бустер мне попался тут, с ума сойти. Сам бустер. Так. Ну, на незваном госте здесь вот только дровами порадовали. И самим бустером, и все. Ладно. Ну, в общем, я знаю, что обычно, где вот такие вот линии электропедирач, и они вот так вот ограждены какими-то заборщиками. И там вот в участке, где этот заборчик, в локации точнее, ну, обычно можно найти какой-нибудь лутецкий. Ну, конечно, на сталкере ниже лута там будет больше. Там пары могут валяться и прочее. Ну, на незваном сам бустер попался уже хорошо. И дров взял. И дров мне плиз. Как говорят наши напарники в КС. Дров мне плиз, вот, и дров мне дали тоже хорошо. Уже неплохо. Сам бустер, drop me please. Слушай, по-моему, сейчас могут волки прийти. Ой, вот идите. Я предупреждал, что я буду иногда искашлеваться. Слушай, искашлеваться, а где волки-то? Они, может, в обратную сторону убежали. Точнее, в противоположную. Вот туда и куда-то. К мосту, кстати. А кстати, они же к мосту могли убежать. К мосту? Ну да, там же этот, к мост. Как он там называется? Узкий к мост или какой там мост? В общем, к мосту они могли убежать. Утыгадыкать так. Тыгадым-тыгадым-тыгадым-дым-дым. Ну пока еще это из них кровь это вытекала. И они такие, нет, не так они, так. Они сначала так, тыгадым-тыгадым, а потом такие, тыгадым-тыгадым-тыгадым. И все. Вот так они примерно это... Значит, примерно так думаешь, да? Ну, вероятно. Так, а вот это ж к воде у нас выход, да? Это к набережной выход, к каналу Грибоедову, да? Ага, вот он вот самый этот узкий мост. Так, узкий мост я вижу.
Остановил запись, немного покашлял, чтобы в микрофон не кашляли. Бациллы свои нет. Так, ну это ускимос. Ну я вижу, что это ускимос. Вот смотри, так вот написано. Дангер узкий дровнинг хазард. Узкий мост, да? Дровнинг — это узкий хазард мост. Угу. Дровнинг узкий. Ну, то есть узкая трайли — это дровнинг талия. О, какая у тебя дровнинг талия. Ладно, запомним. Запомним, как англичанок кадрить. Какая у тебя дровнинг талия. Вдруг это не то. Да и талия, наверное, тоже надо как-то по-другому говорить. Да и, наверное, никакая у тебя, потому что если скажет, какая у тебя, подумает, какой-то этот, как его, шахид, по-моему, что-то собирается сделать. Начинает какие-то произносить эти заклинания. Какая у тебя, и у тебя! Да. И какой-то китайец, ну, хотя, может быть, и китаец. А что она меня от китайца, что ли, отличит? Англичанка. Англичанка гадит меня, китайца не отличит все равно. Так. Слушай, а вот тут пещера у нас, да? Может быть, дровнинг биохазарды сюда убежали? Ну, пошли искать. Тут у нас что? Ну, тут пещера. Так я уже был здесь, кажется. Каца! Не был, смотри. Тут... Да был, я помню, это клиновидная, по-моему, пещера. Это, по-моему, не клиновидная. Хреноклиновидная. Ну, давай зайдем глянем. Что это, хреноклиновидная пещера? Ну, что тут написано? О, уголь лежит. А, это убежище рабочего, чернорабочего. Бедного рабочего, буржуи, заметьте, замучили, он в убежище убежал. Так, значит, тут не рабочего, значит, не волка, никого нету. Опа-на. О, ты смотри. А насчет волка-то я ошибся. Ты чё, к рабочему в гости человеку решил прийти? Убежал поскуда. Так, я что-то не понял. Я что-то вас не понял немножко. Да блин! То есть ты так и будешь ко мне приходить, да? Да твою ж дивизию! Ого, ого! О, ну все. Угу. Я тебя сейчас тут собаку укокошу. Ну что это такое? Да блин, Шурик, стрелы ты... Где? Куда? Что с таким звуком падает? Так, слушай, ты. Послушайте вы. Да блин. Не, ну мы так вообще не договаривались. Ты же убежал, что ли? Или сдох? Нахренеть вообще. Стрел сколько было? 9 было. Давай вот так вот, может он все-таки сдохнет. Может он все-таки сдохнет. Сдох вроде. Вроде сдох, где-то я слышал звук. Так, ну только я замерз. Так, 7. У меня 9 стрел было. Одна в волке, кажется, да? Он тут все затоптал. Кровью своей волчьей залил. Где ты сдох-то, блин, скиёж? Да звук же был, я слышал. Где-то недалеко. Так, погоди, по стрелам. Сколько стрел-то было? Хоть теперь видос смотри. По-моему, 9 было написано. Да? Или 9 было написано, когда я лук доставал. Не, ну одна в волке. Что, еще одну? Не, по-моему, здесь 3 раза в него промахнулся. Так, Шурик, твою ж дивизию. Они ж такой дефицит у тебя стрелы, а ты их разбазариваешь, а? А там еще 2 волков. Уже сумерки. Так, ладно, все. Забей, короче. Да забил. Надо есть что-то. Готовить себе. Так, есть. Я волков-то так и не нашел. Вот что прискорбно. А стрелы-то у меня вообще, точнее, наконечники. У меня есть хоть какие-то изломанные? Изломанные наконечники. Один изломанный наконечник. Блин. А что жрать? Иц. Что-то заладило. Иц. Ну, сейчас пойдем. Разведем огонь. Пожарим мясо. Иц. А, вот на стрела. А, вот она. Ура! Так, все-таки было правильно. 9. Но! Еще одна где-то с волком. Гулять ушла. Потом волк сказал, я все. Я нагулялся. Тетя Астрид, я нагулялся. Он сказал.
поднял вот так, я нагулялся. Вот так вот. Ну и где мне теперь его искать, этого нагуляшу этого? Нагуляша этого. Нагуляш себе, где его искать? Этого постреленыша, нагуленыша. Ну, блин, где-то там звук был. Ну, в общем, все. В общем, пока хватит. У меня, знаешь, есть такое подозрение, что на следующее утро вороны не покажут мне трупы, потому что трупы, наверное, уже исчезли. Вот этот лежит. Нет, не лежит, видишь? Ему не лежится. А чё ему не лежится на попе ровно? Чё ему не лежалось на попе ровно-то? Твою ж дивизию. А это что такое? Горючка. От каждой горючки из гимпам-потам. А факлы есть? Это что-то мне просто так неохота пока спички тратить. А что такие факлы козырные у нас? Давай вот этот вот используем. Так. И значит... А есть у меня вообще стекло там для увеличения? Нету, да? Стекла для увеличения нету. Увеличить я себе ничего не могу. Ладно. Значит, будем тратить спички. Если мы себе не можем ничего увеличить, значит, будем тратить спички. Так, 95 у нас шанс. То есть, я так понимаю, навык превращения, нет, не превращения, навык добывания открытого огня у нас не 5 про, не 5 уровня. Не удалось. Знакомая картина. Не удалой лось. 95%. Ну, рассказываю еще раз, как происходит в этой игре разжигание костра. Ну и вообще прочие шансы. Есть такой внутриигровой барабан. Знаете, как в поле чудес. Внутриигровой барабан. Ну, виртуальный. Ну, то есть его... На самом деле нету его. Никакого даже виртуального. Там просто, наверное, какие-нибудь циферки. В общем, есть воображаемый внутриигровой барабан. Сотни секторов. Вот. Вот. На 95 секторах в случайном порядке написано «Удалось!» И такое радостное, радостное лицо дяди Саши нарисовано. А на 5 секторах написано «Не удалось!» Изображено злое лицо дяди Саши. И вот, когда вы начинаете разжигать огонь с шансом 95%, удалых лосей. Внутриигровой Якубович кричит: «Вращайте барабан!» И начинает он вращаться. Ну и в определенный момент, наверное, тоже случайным образом барабан останавливается. И выпадает либо 5 секторов не удалось, 1 из 5 не удалось, либо 1 из 95 удалось. Как сами понимаете, шанс, чтобы выпало удалось, чтобы выпал в данном случае удалой лось, шансы крайне высоки. Ну, потому что целых 95 у вас секторов на вашем. А чё, я припёрся без этого? Без котелка, да. Знаменитый способ стать на килограмм легче. Понимаю. Ну, в общем, ты, короче, понял. Внутриигровой Якубович мне в очередной раз сказал, что ваш, значит, очко переходит в пользу зрителя. Что-то вот такое он мне сказал. Что-то неприлично он сказал, что очко Острина переходит в пользу зрителей. Потому что у меня не удалой лось. И ничего не поделаешь, понимаешь? Ничего этому усатому внутриигровому канадскому Кубовичу не предъявишь. Да. Не удалой лось, и все. Значит, мы сейчас с тобой будем, помимо того, что отжарим эту волчатину несчастную, изрубленную, нам еще надо воды натопить. О, слышите? Электростанция шумит. Шумит электростанция. Так, а тут пишет защита от ветра. Слушай, чего? А что мы здесь с тобой можем сделать? Древко стрелы. У нас нет березы. Ай, ничего нету. Ай, ай, на-не, кучерявенька. Ай, нет у нас ничего. 32 минуты. Ну, в принципе, показывает, что здесь защита от ветра. Поэтому получается, что одежда здесь не говется. Ну, то есть ее не обязательно с себя снимать и делать себя. Я маленькая. Вот это не обязательно. 6 минут до закипания. Так. 2 часа до закипания 13 минут.
Так, до готовности 16 минут. Так, до готовность. До готовность номер один. Так, час 45, закипание. Я от вам воды, я воды натоплю. До готовности 24 минут. И я вот так, до готовности 11 минут. Ну все, мясо готово. Так, ставим мою вторую. This pack is getting too heavy to carry. Холодно, Гриш? А, холодно, Гриш. Ну ничего, ничего, мать. Терпи. Терпите. Терпите, Астридина, терпите. Давайте для Ватсона, для его миссис Хадсон, сделаем фотографию. Значит, вот это вот. Вот это вот. Вот этой бочки на букву Б. Они 7 минут. Так, ну да, слушай, давай мы так подгоним, чтобы они у нас вместе. Вместе весело шагали. Так, 53 минутки, да вы, парень, 35. Слушай, где же мне этих паразитов-то волкообразных теперь искать-то, а? Куда же они... Ну, там точно двое убежало, да? У меня, по-моему, написано, что два волка убежало. Только третий теперь убежал, да? Теперь третий убежал. Два волка шли домой. А потом и третий тоже с ними ушел домой. Угу. Три волка шли домой дорогой ночной. И дядь Сашины, блин, стрелы унесли они с собой. Это очень нехорошо. Это прям... мне есть расстроиться. Мне есть расстроиться максимально образно. У меня ж каждая стрела... Сияние включилось? Ля, сияние под утро включилось. Не, не под утро. Так, ну знаешь, вообще особого желания знакомиться с лесными волками не имеем, как в тот момент, когда они становятся позеленелыми. Элитл, поэтому пошли-ка мы тогда бабай. Пошли, бабай. Нахрен этих лесных волков позеленелых. Ой, как у нас тут все красиво моргает. О, компьютер. Че, пацаны, CSGO? Ага. Нету CSGO. Интернета-то нету. Так, Ватсон, для миссис Хадсон. Значит, чик, опана. Не забудьте ей потом отогрычку отправить. Так, ну че, Ватсон, миссис Хадсон. Воду пить. Лишнее сбрасывать. Что бы нам с тобой так сделать, чтобы нам чуть-чуть полегче ходилось? Полегче ходилось? Ну, допустим, можно ККТ-шечку сложить сюда, потому что она на 2 килограмма. Так, ККТ-шечку сложили. Ну, металлолом, вот, смотри, у нас тут чего носить? Ты его зачем набрал? А, ну, чтобы починять. А, ну да, металлолом давай отнесем. Починять это ты правильно придумал. Так. Факел синий хай будет. Вот тяжелый молот, конечно, он тебе вообще по-хорошему-то не впивался никудой. Я понимаю, что никудой не впивался он мне. Так, еще воды хлебнуть. Поспать, и утром пойдем в другую сторону. 43 килограмма. Почему 43 килограмма? Дрова, что ли, там? А, ну да, дрова. Так, ну дрова. А, дрова мои всегда простые. Ну, конечно. Дрова твои всегда просты. Да ты его набрал, я не знаю, и носишь все. 10 килограмм дров. А чё я так много вешу? Ну, потому что 10 килограмм дров. Так. Ну-ка, здоровец мне прибавьте, пожалуйста. До максимально возможного. А то мне сейчас еще в бой с лесными волчанами. Может быть, даже вступать. О, в полдень проснулся. Отлично. В рюкзаке почти 10 килограмм свободного, так сказать, подпространства. Так, свободного подпространства. Тут кожурки сохнут, медведи сохнут, волки сохнут. Ага, и куча кожурок. Ну, это, наверное, с медвежьего угла я принес медведя. Как пелось у нее бухла домового угла, ну и все такое. Помните, Юрий Николаевич спевал. У него кишок домового угла. Значит, я туда ходил, там никого не нашел. Где-то тут рядом волк издавал звуки погибели. Так, звуки погибели. Ворон, ну хоть одна покажись.
Хоть одна, покажись. А, вот он. Ух ты, он почти в воздухе лежит. А это может не он, а может, конечно, и не он. Это может прошлый. Да нет, наверное, все-таки он. Волк, это ты прошлый? Стрелу отдал, отдал. Так, мы будем с него что-нибудь брать? Нет, пока мы с него ничего не будем брать. Так. Ну, трудно сказать, это волк прошлый или позапрошлый. Температура минус 20. Это там что-то кряхтит. Ты вот мне скажи, Астридина. Вот скажи мне, американец, где волки? Вот и брат говорит, что не знает, где волки. А я думаю, волки там. Ну, давай смотри. Так, когда сейчас новые придут? Так, у меня, значит, опять 10 стрел. Угу, прудетский. Не детский, прудетский. Смотри, здесь березки. Березочки. ККТшечки. Ой, сколько тут ККТшечек можно насобирать? Я не говорил. Не говорите мне, что вы не можете терпеть сей холод. Слушай, минус 20, конечно, это да. Что там, минус 20? Да, минус 20. Блин. Придется назад возвращаться или в пещеру зайти. Рабочего. Может, туда зайдет какой рабочий волк. So cold. А может быть, это был друг. Друг рабочего. Это был волк. Это был волчок. Это был Флаффи. Пушочек. Дружочек рабочего. Он к нему приходил, чтобы, значит, скрашивать его серые мрачные будни. Я его застрелил. Так а чё? Откуда я знаю, чей он друг? Ничего не знаю. Мне эти друзья всю жопу порвали, друзья. Всю одежду искусали, друзья. Всю кровь попили, друзья. Врагов не надо, когда такие друзья есть. Так. Куда же эти друзья-то разбежались с моими стрелами, а? А мне кажется, ты их Шурик уже не найдешь больше. Чё-то мне кажется, это все. Это досвидос. Так, а это, по-моему, переход, да? Или нет? Это точка перехода. Тут же спуск начинается. Да, это точка перехода. Это нам уйти куда? Туда. Ну, нам туда пока не надо, да? Да. Так, поговорили, ну да, поговорили. Это куда? Туда, нам туда не надо, ага. Слушай, куда же эти волки? А я ж помните, да, у меня предыдущие волки тоже разбежались, 6 человек. Я даже давал кому-то из вас сохранение, точнее, я его давал всем. И кто-то из вас проверял, да я и сам летал по карте, ну, за кадром проверял. Нету их, нету волков. Просто, блин, нету, они куда-то разбежались, и все, и хрен их есть. То есть у меня есть слабая надежда, что я, может быть, где-то потом в красном ящике найду свои стрелы. А так волки, короче, нахрен разбежались, прыгнув со скалы. Да тут видишь еще какой погода, погода. Ни ворон, никого. Погода. Поганая погода. Так, ну вот сюда куда-то могли убежать, в принципе. Тут, смотри, вот у нас еще участочек огороженный. Огорошенка. Давай мы тут пошаримся, что мы тут найдем. Ничего мы тут не найдем. Ну, что-то хотел на незваном госте тут найти. Я на незваном госте тут найти. Ну, не знаю. Бесплатную путевку в Сибирь. Так, вот здесь трос где-то должен быть, по-моему. Подъем наверх, да? Да, вон есть трос. Так, ну мы туда пока не ногой, ни рукой, ни иной частью тела. Давай мы тут еще тоже поглядим повнимательнее. Потом надо будет к мосту сходить, там поглядеть, что там интересного. Ух, какая интересная музыка тут в игре мне заиграла. О, фига себе, какой саундтрек. Это что за Ридли Скотт это? Что тут сейчас, чужие повылазят? Прям Прометей какой-то, я не знаю. По музыке. По уровню. По уровню, значится, тревожности. И, как это сказать, и непонятности. Нет, не непонятности, ну блин, ну как, ну тревожности, да. А еще как есть, когда ясно, что впереди.
Что впереди, не ясно. Как это сказать-то одним словом-то более... Тревожность и... В общем, все. Тревожность и... И волк мне нужен со стрелой моей. Вот я что тебе скажу. Слушай, да нет их вообще. Нету их. Не... Так, это и кролики. Ну, кролики... А, вон, смотри, вон волки. А вон новые уже появились, мое почтение. А чё ваши бараны на наши ворота смотрят? У нас ворота старые. У нас бараны новые. Вон там уже новые волки появились. Я старых еще хрен нашел. А тут уже новые ходят. Они сейчас на меня сагрятся. Я и по походке. Я по походке сказал. Видишь, он идет сгорбленный. Он, смотри, выть встал. Выть встал. Когда вот они воют, стоят. Ага, нет, пока. Все воет, да. Хо-хо-хо-хо-хо! Отвыл. Так, погоди. Ай, промазал, блин. Ай, промазал. Так, ну чё? Есть желающие отведать комиссарского тела? Походу, да. Походу, есть желающие. Где он есть-то? Я его потерял. Ну все, падай. Так. Вот тебе, значит, и страшное неизведанное будущее открылось. Слушай, ребята, а вы уже что, перезагрузились? Ну вот эту, конечно, я ловко укокошил. Ничего не скажешь. Да? Да? Василий Алибабаевич. Слушай, какой-то редкий саундтрек у меня включился-то. Да. Ну что я могу сказать? Я могу сказать, что... Телесов я не нашел. И стрелы у меня поломались. Две штуки целых, да? Угу. Ладно, Александр, двигаем дальше. Да блин, я сюда 20 стрел принес. Ну, 20... А, ну, с этим я уже знаком, да, точно. 20 стрел. 20 стрел. А тут можно пролезть? Ага, жирноват ты. Не пролезает. Ну, ладно. Так, ну чё? Отогреваемся. Перночевываем. И куда-нибудь дальше двигаем. Так, дальше куда-нибудь двигаем, Ну, давай, куда-нибудь дальше двигаем. Так, что по одежде? По одежда. Ну, по одежда пойдет пока. Так, две поломанных стрелы. А у меня здесь этих древок, что ли, нету, да? Да, и берос у меня нет, чтобы все стрелы делать. Ну, блин, хоть наконечники при мне остаются, уже хорошо. Уже хорошо. Я их потом конвертирую в стрелы. 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 11. Ну, понятно. Что 11. Не, ну, 11 же лучше, чем 2, скажем. Хочешь лучше? Или 0? Нет, чем 0, это многократно лучше. Это неописуемо многократно лучше. Чем бы нам таким с тобой заняться-то, а? Тут у нас кишочки сохнут. Тут у нас вот еще. А зачем я кожуру волчью набрал? Что там, шубу что ли себе собрался какую делать? У меня вот волчья шуба. Ну, угу. Не, ну можно вторую сделать. Вторую? Зачем? Она же будет холоднее. Не знаю, зачем-то. Так, ладно. Подождем. Ну, в общем, к тем волкам, наверное, убиенным я выходить не буду. Чтобы от них что-нибудь отрезать. Мне пока этого хватит. Мясо мое тут никто не жрет, пока я отсутствую, а? В мое отсутствие мясо тут никто не жрет, никакие паразиты. Потому что пока я там хожу, мерзну, страдаю. Какие-нибудь паразиты жрут мое мясо. Слушай, паразиты, 30% лук, ты смотри, да? На цугундер не доведи. Ну, то потом не знаю, что делать. Как ты будешь отбиваться от этого славного войска волкского? От войска волкского? Да никак я не буду отбиваться. Я буду бегать. Быстрые ноги. Люлей не боятся. Да, хотя, конечно,
с бегом тут у нас в игре тоже, скажем, не все так просто. Так, а тем временем закончилась еда у меня опять. Жрет она, конечно, очень много. Очень невероятно. Невероятно много она жрет. Ты какого лешего так невероятно много жрешь? Стридина, а? Стридина? А, Стридина, чё ты так много жрёшь? А давай поспим. И посмотрим, сколько время у нас. Метель закончилась. Вы проснулись. Так я знаю, что я проснулся, полностью отдохнув. Ну, теперь нам придется просто время мотать. Если, конечно... Ой, я ж там березки подобрал. Да, ну все. Забудь, да все уж забудь. Я только сейчас про них вспомнил. Что ж, я ж там на пруду рубил березы. Дальше по дороге пойдем. Там же еще один есть этот, как он называется-то? Полуразрушенный сарайчик. Этот останки добытчика, а тот забыл, как называется. Мне его надо найти. Сейчас пойдем его пытаться искать. А он, по-моему, ближе к этому. К кому? Да к убежищу. Каменщика, по-моему, он ближе. Мы провожаем каменщика. Это, по-моему, где-то там. В том районе, где мы каменщика могли бы провожать. Теперь надо решить, что мне отсюда взять. Чтобы я не страдал. Так, ну я думаю, вот этого и больше не надо ничего подбирать с пола. С пола в плане дров больше ничего не подбирать. Хорошо. Свежая волчья кожура. Нужна? Понять не имею. Сказал он и забрал. Тишки нужны. Тишки берем. Так, тишки взяли. И что там по весу? 42 килограмма. Ну вот уголек еще один можешь взять. Ну это ладно, пусть здесь лежит. Все же больше тут ничего. А, как ничего? А, как ЭТ-шечку. Ага, ага. О, брат. О, брат. О, брат. Это жулики. Ага. 46. Что там мы еще можем выкинуть? Ну, мясо. Да какое мясо? Слушай, надо в турму отнести эти молотки тяжелые и прочие. Всякие растворители пней. Ну да, до тюрьмы надо так и так. Дайте стрел себе обновить. Ага. Слушай, ну если мы пойдем до тюрьмы, тогда все-таки давай, может, уголек заберем. Где он там есть? Я его хрен вижу. Ладно, я его забрал. Хрен вижу. Хрен вижу он. Так, тут, наверное, минус 50. Не, минус 15. Вы просто летите. Так, над тем волком показывает место расположения. Ну, тех я пострелял, показывает. Так, ну, я, наверное, тех, кто они уже не это, не отображают. Первых. Из 32-й серии это не отображают. Чего? Опять волки тявкают. Так, это кто тут у нас? Это, ага, знаем тебя. Так. Вот тех двое. Да? Да. Закружился. Ну и все, собственно говоря. Вот почему на следующий день-то не было такой погоды? Вот этих вот ворон каркающих. А? Жалко, что ли, было? Так, вот там ворон каркают. Это волк, который уже я недавно укакашивал. Какие звуки где-то там, волки какие-то тявкают. Чего там тявкать, я не пойму. Я тут вас стреляю. Вы что там еще тявкаете? А, он кролика тут жрал. Ой, увидев меня, обсерился. Так. Ну, правильно, это место последних разборок. Больше нет нигде ворон, да? Ты глянь, он тут кролика. Кролика жрет. Двух кроликов. Ни хрена он их тут нажрал. Этого можно взять. А этого, наверное, полностью съел. Ты гля. И еще что-то это, пугается. Съел целого кролика. Пять церквей, колоколин, и еще недоволен. Так, пошел я в пещеру. По-моему, ветер надвигается. Надвигается ветерок.
Так, а вот это как раз, по-моему, клиновидная пещера, или нет? Сейчас узнаем. Что это за пещера? С одной стороны есть пещера, и с другой стороны есть пещера. Пещера с двух сторон от... Это пещера безымянная. Это таки безымянная пещера. Ладно. Значится, коль пещера безымянная, то мы тут тоже немного потусуемся в этой безымянной пещере. Сейчас мы товарища кролика... Да, он вообще его съесть не успел. Он его только заловил. Ну, значит, мы с него немного заберем с собой. Так, чё, будем дрыхнуть или сразу пойдем? Не, давай, наверное... Там что-то не пойму, сейчас ветер, то ли будет он дальше, то ли не будет он дальше. Поэтому давай мы с тобой поспим. Ну, хотя бы час. И услышим. Ветер завыл сильнее. Или... О, завыл. Сильнее ветер. Это не есть хорошо. Ну, в принципе, час еще есть, а потом дальше не знаю. А потом дальше пойдем в такую погоду. Да пофигу ветер, лишь бы снега не было, чтобы видимость была. Ну, видимость есть, все, пошли. Нечего. Нечего тут расхолаживаться. Пошли, все, ушли, 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 ушли. Пошли, надо все это отнести. Да, да, да. Она говорит, надо все это отнести. Кыш, надо все это отнести. Надо дойти до тюряшки, а сбросить там хабар. Сделать себе новых стрел, если, конечно, там есть береза. Я не помню. Ну, наверное, да. Эх, еще бы если там наконечники меня ждали. Ага, откуда? В попе. Алмазы. А почему вот над загрызанными кроликами не кружат вороны? Кружат ворон, как в детстве кагусел. Кагусел. Так, кагусел. Кто успел, тот кагусел. Вот тут как... Ну, слушай, сюда, когда подходишь в это место, тут все время какая-то музыка включается. Да? Да, в прошлый раз у нас включился Прометей. Теперь у нас Иешуа Ганосри включился. Так. А сейчас у нас метель включится. Теперь у нас Терминатор, значит, включился. А вон дорога. А, это к мосту. Пойдем сейчас к мосту. А чё там? Или это не к мосту? Не пойму. Отчего и почему? Да и сам я не пойму. Так. Ну да, 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 это к мосту. Не, не пойдем к мосту. Не хочу к мосту. Надо дойти до домика. До домика надо дойти. Сейчас волки лесные. Ага, так, смотри, вот она эта руина, которую ты искал. Еще одна, да? Да, руина-то да. Только слушай, здесь поблизости-то березы. Пещеры есть? Не, пещер тут поблизости нет. Все, понял, короче, где эта руина находится. Там вниз можно в ущелье спуститься и много-много ККТ-шечки пособирать. Так, но... Ну не сейчас, сейчас надо пойти разгрузиться. Эх, сейчас у меня тут лесные хрены. Хрены лесные меня будут. Мы будем вас кусать. Да, будут они меня кусать, конечно же. А как же иначе? Так, а это что такое? Так, погоди, это останки добычи. А, нет, это не останки добычи. Чё ты голову мне забиваешь? Не останки это добыча, это по-другому называется. Jesus is cold. Это называется Jesus cold. Слушай, а если так напрямую рвануть? Рванина. Ну рвани, рванина. Так.
Смотреть без смс регистрации. Рванина рванула напрямую. Так, а там что такое? Все. Слушай, напрямую, кстати, ты правильно рванул. Правильно, неправильно ты, дядь Федор. Бутерброды ешь. Так, значит, напрямую я рванул. Это я сейчас, по-моему, к тюрьме выйду. Так, надо запомнить, что мне вот тут можно напрямую рвануть. Ну, хотя там и поворот есть. Ну да. Эх, щаволки. Щаволки меня будут встречать. I've never felt so cold in my life. My life? It's my life. Ты не так, это... Ты что, пытаешься спеть песню? It's my life? Ну, не тот какой-то мотивчик у тебя. Отстригни. Не так, надо более, понимаешь, весело. Ну какой мамамалап? Ну ты чё? Мамамалап нам не катит. Так, мамалап. Ага, вон пикап стоит, все правильно. Ферматама. А здесь сейчас должны выбежать эти белые вольки. А может и не выбегут, а может выбегут. Так а чё я их здесь в прошлый раз пострелял и со своими стрелами попрощался? Не нашел ни одной потом. Они все убежали и до свидания. Передали мне большой привет. Вот мне интересно, бродит ли здесь лось? Метки тут есть, он тут должен быть. Поохотиться на него ради интереса. Так сказать, не ради, а для развлечения. Интерес. Игр интересный. Да, интересный понял. Согласен. Согласен. Метки, видишь? О, какая метка. Они же, кстати, в ночи как-то странно здесь светятся. Они какие-то, значит, как это называется, фосфорирующие, фосфорицентные. В общем, фосфо какие-то. Так, только вот фосфолося нету. Нету лося. Люминесцентные, знаете, флуоресцентные, фосфорирующие и прочие. Так, товарищи, лося-то не образовалося. А у нас-то тут лося не образовалося. Ну ладно, не образовалося. В следующий раз образуется. Обязательно. Обязательно оборазуется. Сгружаемся. Чего как? Уже зазуд был. Так. Там, смотри, а там как этажчик еще не собрано. Да, еще не собрано. Так, на территории гуляют какие-нибудь незаконные гулятели, типа волки. Так, лук можно убрать. Тут все высохло. Так, тут тепло. Мухи не кусают. Так, все тут высохло, высохло. Кишки высохли, высохли. Так, есть ли у нас тут ККТшечка? Есть. А вот я вам еще немножечко принес. Уже 8-6. Ну ничего, ничего, я еще принесу потом. Высушенные вот. Значит, у нас тут. Так, давайте-ка я вас тут просто гурьбой сложу. Медведь только отдельно положу, чтобы контролировать. А кишки можно сюда сложить. Кишков пока много. Не, ну хорошо, когда много. Вот и надо делать, чтобы было много. А то потом что-нибудь раз и нечем. Понимаешь, да, раз и нечем. Нам такого не надо, чтобы у нас было... Вообще лук бы себе, наверное, новый сделать. Сколько там вам сохнуть? 95% по просушению. Ну, давайте. Вы дос... А, это 65. Это не тот. Это не то пальто. А ты? Тоже 95. Сюда иди. Ой, смотри, меня волк зовет. Зову дядь Саш на бой. Пусть встретится со мной. Он вот так вот говорит. Сейчас я с тобой встречу, не переживай. Не переживайте, гражданин волк. Волков. Гражданин Волков, не переживайте, я сейчас с вами встречусь. Мы обо всем с вами побеседуем. Так, у меня, значит, ножовка появилась. Так, ладно, пошли к гражданину Волкову. Не, давай мы сначала согреемся, потом уже пойдем к гражданину Волкову. Ну вот, теперь можно идти. Поглядим, что у меня там за запасы. А, не, погоди, не поглядим. Так, где это, значит, у нас вот... А что, берез нет сухих?
I could eat anything right now. Тут у нас берез сухих нету. Есть только березы, которые сохнут. Слушай, да должны быть березы какие-то. А где гражданин Волков? А, вот он. Здорово. Здравствуйте, гражданин Волков. Гражданин Волков штурмовиков. Стрелу опять сломал, а. Отдыхайте. Встретимся чуть позже. А помните, у меня один раз гражданин Волков упал и вот здесь лежал. И тут была голова, а тут были лапы. Он полностью вписался в этот камень. Понимаешь ли? Так, тут что у нас интересного? Сейчас посмотрим. Так, тут что-то вообще ни хрена интересного, да? Ага, порошок. Так, вот вам порох. Вот он, вот это. Вот вам немного ткани. Так. Теперь здесь у нас что, пусто? Угу. Тогда сюда надо положить. Слушай, а металлотом я тут не оставлял. Металлотом. Слушай, а где же у меня береза-то? Мне казалось, что я здесь металлотом оставлял. Но тут такая фигня. Тут текстура пола, мне, короче, проваливается все. Вот смотри, сейчас положим металлотом. Смотри, вот бросить все. Вот. А, не. Ну, все равно, на всякий случай, я пару металлотомов положу наверх. Чтобы потом их найти. Текстура пола раньше была проваливаться. Так, на этом верстаке мы можем починить наши потом такие фрезерном станке ножи. Ножовку можно тоже заточить, если есть желание. Ножовку. Ну, давай ножовку мы пока здесь бросим. Пусть она тут лежит. В бочке. Так, нам надо поискать, что там насчет берез. Что-то мне не нравится березовая ситуация. Так, ну миско тут хранится. Так, березовая ситуация. Броневой жилет. Намок на 1%. Каким-то непостижимым образом. Ура, у меня есть здесь один наконечник и два древка. Слушай, у нас проблемы. Хустон, у нас проблемы. Да, проблема у нашего Хустона. Проблема заключается в том, что у нас березы закончились. Это, так сказать, я вовремя нашел, собственно говоря. Это точно больше нигде нет? Так а что, я вроде все свои нычки поглядел. Однако. Ну да ладно. Броневой жилет и все дела. Так. Броневой жилет с улыбкой странной. Слушай, надо было там банки же оставить для хлопушек. Так можно их сразу сделать. Не, давай пока оставим. Сразу делать не будем. Пока оставим. Это вам? Это вам, доктор. Так, у тебя наборов для шитья многовато. Можно выкинуть. Выкинь. Пошли выкинем. Ой, ты в стену пытаешься войти? Нет, ты пока такими навыками не обладаешь. Такие навыки у тебя пока не открыты. Проход через стену и прочее. Они недоступны так рано. На таком раннем сроке они недоступны. Надо поиграть хотя бы. Прожить хотя бы 10 тысяч дней. Тогда начнешь через стены проходить и прочее. Так, мясо мы сейчас туда отнесем. К бронспойдету. Так, а сюда я зачем пришел? А, сбросить наборы для зашивания. Что-нибудь еще будем сбрасывать? Да пока не надо. Здесь что-нибудь еще с тобой просим, да, просим вот это все здесь. Мне надо все это с собой носить. Вот это вообще все выкинем. Это некуда ставить. Как это некуда? А вон полка какая. Ну ставь хоть обставься. Чай речь холодный.
Так, мне сейчас знаешь, что надо сделать? Надо нам выкинуть максимально все, что у меня есть, чтобы потом вот сквозануть вот в те развалины, которые мы сейчас пореметили, когда проходили мимо. А в тех развалинах верстак есть? А что там берет все равно сушить ноги? 7%. Она 5 дней сохнет. В общем, мне на этом количестве стрел придется долгое время прозябать. Да. Ладно. Как думаешь, там сейчас погода годится, чтобы, не разжигая огня... Волк, из вас что-то розовенькое вытекло. Вот. Не разжигая огня, на верстаке поработать. И вообще минус один. Верстак затишье стоит. Ну, одежда будет намокать. Намокать будет одежда. И сказал он так небрежно: намокай, моя одежда. Простая стрела. Блин, а у меня этих нету. Инструментов, ускоряющих процесс. Да, нет у меня инструментов, процесс ускоряющих. Ускоряющих? Не, не ускоряющих. Не карающих инструментов, а ускоряющих. Слушай, а чё, а вот вода. Хотел сказать, что у меня воду тоже куда-то опять уволокли отсюда. Красный ящик. С угля откуда-то натаскал, а? Где ты его только берешь? Да откуда я знаю, где убил? Так, в машине как тут тепло. Нокся. Ну, минус один, конечно. Шелтер. Не, погоди. Надо вот так сюда и подождать, чтобы в спальнике ждать, чтобы тепло было. Нам не согреться. Алехандро, нам согреться надо. Ну, по-моему, сейчас-то будет тут очень холодно стрелу делать. Минус 9. Но я буду делать 1.5 часа. Ага, не будешь ты ничего делать. Все. Вопрос отпал само собой. Ну, само собой вопрос отпал, да. Вопрос, конечно, может и отпал. Нам бы еще лук обновить. Кстати, да. Ой, ты мясо таскаешь. Главное его не покушать. Главное его не покушать. Да ладно, таскаю. Ведь пофиг, у меня 5 уровень кулинарии. Я его приготовлю потом. Главное его случайно не откусить. А давай 2 часа поспим, вдруг включится. Вдруг электричество дадут. Мы тогда инструмент наш починим, если электричество нам дадут. Давай, станок вот так запускайся. О, ты смотри, запустился. Ватсон, вы тоже свой КамАЗ запустите заодно к станку. Подъедьте, там может колеса накачать, компрессор включите. Ты гля, действительно включилось все, а? Лё фантастик. Ну чё, ножовку починим давай. Да, чё, давай все починим. Так, первым делом сделаем ножик. А ножовочку потом. Это нам очень пригодится. Нам годится это ягодица. И ножовочку, конечно. Все, больше я тут ничего сделать не могу. А что необходим инструмент? Ну, допустим, то есть, ну я, допустим, возьму. И что, можно его еще раз чинить? Что, серьезно? А, нет. Что пишет? Ремонт не требуется, предмет уже отремонтирован. Так, значит, воспользовались благами цивилизации. Чернокаменной. Теперь бы нам, Алехандро, знаешь что? Теперь бы нам сделать так. Так, ножовку, наверное, туда отнесу. Пусть там она. Как сделать? Да чтобы утром было солнце. А, так у меня все равно увеличилки нету. А, у тебя увеличилки нету. А, ну все тогда. Все, тогда утром пойдем разожгем брандспойд. Это мясо жарить, делать лук, стрелы. Да. Ого! Опять какая-то страшная музыка. Сейчас какое-нибудь кентерберийское привидение придет. О, все заглохло. Вы проснулись полностью отдохнуть. Да это ж пролезно, это ж просто пролезно. Значит, дядя Саня. Хлопушки будем делать? Тут еще, смотри, металлолом есть немножко. Ну и хорошо. Ну и кагашо. Открываем дверь.
А тут, смотри, солнце нас радует. Книгу берем. И берем вот это, понимаешь ли. Вот это вот, понимаешь ли. Волчатина прогорклая. А мы сейчас к прогорклой добавим еще немного волчатины. Так, значит, у нас тут спички. Значит, спички. А от спычек тоже, кстати, 100% от книги. Да, ну конечно. У меня же пятый уровень, пятый. Так, ножовку положи, положи ножовку. На верстак ножовку положи. Слушай, а для чего у меня вот здесь лежат эти древесины? Наверное, капканы планировалось изготовить. Капканы для королей? Капканы для королей? Ой-я. Ой-я. That's a good one. Ну, конечно, ой-я. Я-я. Так, ну час, это нам мало. Ну, еще можно книжку положить, допустим. Ну, что еще можно положить, допустим? Уголек, допустим, положить. Что на него смотреть, что ли? Так, и пошли, пока она жарится. Мы с тобой. Быстренько. Блин, полтора часа прогорит. Не. А там клен еще не высох, чтобы лук новый делать. Так, да у тебя клен еще. Клен еще не высох. Или наоборот. Ой, клен уже совсем мой высох. Так, вариантов много. На толк-то мало. Не. Хотя, зачем нам, смотри, гвоздодер? А вдруг что-то заперто? Так, броневой жилет высох. Ладно. Подождем. Пошли проверим, что там с кленом. И кишки же нужны. Да, кишки. А, нет, да погоди, по-моему, у меня клены-то были сухие. Да, по-моему, были клены сухие. Просто, мне кажется, полтора часа. Я сейчас, если буду делать себе стрелу за полтора часа, мне кажется, мясо сгорит. А надо, знаешь, что сделать? Надо его подождать до готовности и поглядеть, сколько там написано, через сколько там сгорает. Если бы котелок был, но ты же котелок не взял. Не. Чё тут у тебя дверь настишь, а? Ты чё дверь настишь? Да нет тут ни кленов, ни березов. О, видишь, уже 23%. Чё же у меня инструментов-то никаких нету, а? Я имею в виду ни синих, ни красных, ни красно-синих. Ну ладно. Ладно. Так, что там, мясо? Вот сейчас мы погодим, сколько поглядим, сколько там до подгорания. Пацан, сколько там до пригорания? 51 минута. Так, 51 минута. Ну что, смертельный номер? Ну давай, смертельный номер. 45, 51. Ну, больше 90 получается. Должен, по идее, успеть. Но. Могу и не успеть. Ну, тогда, значит, прощай, моя... Волчишка. 4 минуты до пригорания. А это 7. Странно, что один кусок. Один кусок было чуть больше, что ли, я не понял. Так, начинаем делать себе новый лук. Новый лук для выживания. Мы его можем на полтора часа заряжать, как нам показало сейчас практикус. Практикус показал. Хотя, конечно, это называется неэффективное использование, понимаешь ли. Горение. Ну, этой воды себе что не сделал-то. Горение. У меня пока есть. Ну, с водой только час, иначе выкипит. У меня потому что банки. А ну-ка, банку. Причем их надо сначала расставлять. Потом подходить ближе к верстаку. Потом заполнять одну водой. Потом резко заполнять другую. Бежать, скидывая колени к верстаку. И делать один час лук. Вот пока я все это выбирал, скорее всего, выкипит. Ну, если звук еще есть, да, успел. А вторую, не знаю. Можно по полчаса лук делать. Единственное, что просто чуть быстрее,
износится мой ножичек. Ну вот, нормально как раз. Точно ничего не выкипит, никуда не надо спешить. И лук целый, и воды напьешься, как говорится. Слушай, а в прошлый раз на раз не 3.48 писал остаток времени. Я что там? Бабулю какую-то поймал. Бабулю-бабулю? Сейчас, ну-ка, погоди. Ну-ка, погоди. Ну-ка, давай-ка еще раз. Чего пишет? На луне. А, 3 часа. Не, все-таки сокращает. Все-таки сокращает паразит время. Это паразит время сокращает. Да, и так Шурик лучше. Это более эффективное использование времени горения костра. А то у тебя получается полчаса ничего не готовится и просто горит. И просто горит, это несерьезно. Мы себе это, этого себе позволить не можем. Не можем мы этого себе. Да, нож чуть больше изнашивается. Ну, будет, значит, в небе. Будут в небе огни. Заработает фрезерный станок. Пойдем что-нибудь там на нем себе отчебучим. Ага, вот уже меньше 2 часов делает мне лук. Что за звук был, я не понял. Как будто кто-то пролетел. Вода выкипела? Погоди, почему вода выкипела? А что не так пошло? Я что, час поставил? А-а-а! Он доделался! А, все, я понял. Он доделался. Я что-то не обратил внимания, я слушал звук воды. Он доделался. Он все это время, там, когда чуть-чуть остается. Да-да, все, я понял, просто не обратил внимания. Да, я знаю, такое бывает. Знаю. Все, я понял, вода выкипела, лук доделался. Когда остается мало времени, там уже он заряжается на полную катушку. Так, ладно, хорошо, на полную, катушку, так катушку. Теперь смотри. Сдаем сюда излишки перьев. Они мне все равно не нужны. Так, ага. Стрела поломанная. Ну смотри, стрела поломанная, ты все равно новую пока не сделаешь. Почему? Ну потому что нет древочек у меня. Да, древочек нет. То есть мы ждем, пока бороза высохнет. Таким образом мы с тобой сдаем сюда. Хотите бабу, сдавайте ребра. Сдаем сюда не ребра, а сдаем сюда наконечники. Подальше положишь, поближе возьмешь. И стрел, значит, у нас с тобой на данный момент всего лишь 9, да? И это, конечно, немного. И 3 наконечника. Итого будет 12. Ну, 12. 12 тоже нормально. Чё ты сказала? А чё слышал, то и сказала. Так. Ну, давай мы себе тут немножечко приготовим. Слушай, а ты банку вот эту персиков таскаешь? Выкинь ты ее, эти персики, что ты таскаешь? Не надо их, Шурик, таскать. Да? Да. Либо приготовляй их. И банку извлекай. Правильно? Правильно. Правильно ты карп меркуешь. Тогда банку сюда. У меня же есть чем ее открыть. Можно приготовить. Скушаться. Баночку выкинуться. Смотри, банка в банке, да? Вот загадка человечества. Банка в банке. А ну-ка, банку в банке, банки. А ну-ка, банку в банке, в банке, в банке, подавай. А ну-ка, банку в банке подавай. Подавай мне банку в банке. А ну-ка, банку в банке, в банке, в банке, подавай. А мы ее разбили. Как можно банку в банке разбить? Невозможно банку в банке разбить. Тем более, банка в банке. И банка наружная, и банка внутренняя, они все железные. Банка в банке из железа, как ее разбить можно? Ну, из жести. Но мы все равно разбили. Банку в банке. А прикинь, да? Ты такой. Открываешь персики. Не, не персики, ананасы. Кольцами. Я вот люблю ананасами. Кольцами. Закусывать, скажем, какой-нибудь ром. Открываешь ананасы кольцами. Причем они такие не какие-нибудь интересные. Открываются именно консервным ножом, да? Не этим. Не за кольцо, так сказать, дергаешь, отрываешь ей крышку. Вот, а консервным ножом. Открываешь банку. Ананасов. У тебя уже, значит, стоит чарка рому. Такой руку заносишь, а там еще одна банка. А, и так и написано. А ты не прочитал, внимание, ананасы кольцами, а там ниже название банка в банке.
Так, ладно, хватит тут мечтать. Рома, ананас и банка в банке. А ну-ка, банку в банке, в банке, в банке, в банке подавай. А мы ее открыли. А там еще одна банка в банке. Козлы. Так, действительно, козлы, если банка в банке. Так людям портить жизнь. Банку в банку складывать. Так, бросить. Парочку литров. Так, что мне тут надо оставить? Так, а что, ничего, я ножовку оставил, этот оставил. Лук оставил. Инструментов у меня тут не было никаких. Да, пойдем поспим. А потом рванем вот в те руины. И, наверное, я до них дойду и серию, наверное, закончу. А то меня там уже ждут. Меня уже ждут. Ждут уголки деревянные. Которые надо на окошко клеить. Да, ждут. Ждут меня уголочки. Ждет окошко. Ждет клеевой пистолет. Кстати, за клеем-то надо сходить. Но у меня только так идти за этим. За смесителем к Максимилиану. Поэтому заодно и клей приобретем какой-нибудь. Контактный, быстрый, монтажный. А то главное не жидкие гвозди. Ненавижу жидкие гвозди. Дрянь редкостная. Так, значится... Так и запишем. Вы не жулик, вы человека убили, как говорил Жиглов. Не, мы только волков пока. 6, 7, 8, 9. Мало. То есть я 8 стрел просрал. Я, насколько помню, приходил, у меня было 2... 2 саточка была. Ну, а теперь этой 2 саточки... Нету. Слушай, в каком состоянии у меня, кстати, спальный мышок? Я его, может, починить? Что, сегодня не включится у нас этот драндулет наш, да? Драндулет не ключится. Не ключится. Потом, когда дойду до этих руин и вспомню их название, ну точнее прочитаю, там вниз можно спуститься в ущелье. Там Тимофеевки. Ой, видимо, невидимо. Ой, я ее там насобираю, как ККТшечки себе. Ой, я там насобираю, как ККТшечки. Кстати, сколько у меня повязок? 6. Многовато. Они весят 600 грамм. Столько мне не обязательно с собой таскать. Не обязательно вот эту дрянь сожрать. А, я и так объелся. Ах, я и так объелся. Ладно, сейчас съедим эту дрянь. Сбросим ее. Теперь это влезет она? Да она не влезет, Шурик. Ну ладно, давай поспим. Она сейчас не влезет. Я тебе говорю, не влезет. Там у тебя почти не голоден. Не влезет она. Блин, а вот и дрянь не влезет. И дрянь не лезет в рот. Испорченная банка перчиков. Перчиков. Испорченная банка перчиков. Ну, как и говорил, не влезла. Не все полезно, что в рот полезло. Испорченная банка перчиков не влезла. Надо еще потерять немного калорий. Тогда, может быть, и тогда наверняка банка перчиков полезет. Полезла? Полезла. Ура. Слушай, всего волка за ночь съели. Что это такое вообще? Так, знаешь, банку перчиков вставляем. А где я вообще эти банки перчиков-то складывал? Здесь? Ага. Ага. Горчички? Так, банка перчиков. Дров у меня тут, ну, есть чуть-чуть. Так, спички. Так, спальник со мной. Что мне снег? Что мне зной? Если спальник есть со мной. Ах, если спальник есть со мной. Тара-та-та-та-ра-та-та-ра-та-та. Бонус тепла. 23 градуса. Уже что-то подызносилось. И бонус тепла. О, как двери распахнулись передо мной. Чик, так вот. Чик. Пошли перчаток. Каких перчаток? Повязок отцепим. Вот. Ну и не знаю, еще что-нибудь отцепим. Потому что там сейчас ККТшечки наберешь, полный рюкзак набьешь. Она будет там из него торчать во все направления. Поэтому я так решаю. С нами пойдешь, если выяснится. Слушай, сколько у меня тут уже этих-то чарок. Эй, все эти чарки. Я все эти чарки заколебусь нести. Так, а что тут еще? Есть у меня эти шприцы первой помощи? Ну, блин, что-то не двигается. Что-то не... Вот что это такое? Вот что, Ватсон? Ну, что оно, Ватсон? Ватсон, что оно не двигается? Чарки и чарки.
банки. Крючок. Вот зачем мне крючок? Да он весит, блин, 10 грамм. Ну, тоже верно. Смотри, сейчас выйду, а там лось будет стоять. Так, 49. Кишки высохли. Уберем, а то еще подскользнусь. Да ну, они несу... Ой, по-моему, там я невысушенный взял. Да. На кишках в сухих. А вот тут, видишь, тут сырые были. На сырых можно поскользнуться. Можно поскользнуться? Где-то кишки горе мыкали. Ты глянь, какие они несвежие, а? Несвежие какие. Пакин турьму. Та черный ткамень. Лось стоит? Лось стоит, свет горит. Из окна видно, да. Так откуда ж взялся этот лось? Так, я не пойду в него стрелять. Потому что я хочу прийти к тем руинам. А то я сейчас тут с лосем закусюсь. Закусюсь с лосем. Так что, лось, ты, конечно, парень отличный, но не сегодня. Не сегодня. Ты мне не нужен. Но он потом может исчезнуть. Ну, значит, все, значит... Значит, нет судьба, значит, не судьба, значит, нет лося, значит, нет лося, значит, надо мной посмеялся лось, слушай, вон туда я ходил, не помню, давай сходим, по-моему, ходил, хотя, смотри, здесь какая-то не собрана вокруг, значит, надо мной посмеялся лось, а вот туда, если залезть, там можно зарисовку сделать, да, да. Да, по-моему, ходил я, когда волков искал сюда, я, да. Там, сейчас, смотри, будет написано контейнер, пусто, минус 12. Ну ладно. Повторение, мать учение. Да нет, не ходил ты сюда. Risk of electric shock. В общем, если ты ставишь риск, будучи электриком, находиться в шоке. Конечно, работа-то у электриков тяжелая. Я понимаю, подходишь такой к столбу, к этому железному, такой, и сразу такой шок, такой синий факел. Особо ценный баллончик дали мне, ну заберем. Так, смотри, я здесь не был, оказывается. Там сейчас лесные братья меня встретят. Это я уже и так знаю, которые заберут мои стрелы с собой. Как бы, можешь синий факел зажечь, отогнать их. Да блин, отогнать, они потом опять придут. Это ненадолго. Это ненадолго, это несерьезно. Ну и что, в следующий раз, когда я соберусь сюда приходить, ничего. С собой тащить 30 стрел. Нет, тогда уж 33. 33 стрелишки. Так, ну это ворон каркает, там трупешник колен лежит. Я уже все это проверял, там ничего интересного. Мы все это проходили. Мы все это изучали. Это все нам знакомо. Я, конечно, понимаю, вы немного расстроены, что я с лосем не стал ПВПшиться, но... Ну нафиг он мне сейчас нужен. Сейчас уже не та стадия выживания. У меня есть сумка лосина, у меня еда есть, у меня есть вода, все есть. Ну что нафиг он мне нужен? Еще время на нем потеряю, его целый день разделать потом. Там сейчас ветра, не ветра, да ну его нафиг. Потом. Ну, появится, постреляю. Ну, не появится, ну, не постреляю. В этого постреленыша. Starting to feel numb. Тело начинает неметь. Ну, а тело онемело чуть-чуть. Ну, а тело покрылось инеем. Странное тело. Все вы не так и не ем, говоришь, да? И не ем покрылось телом. Как же это местечко называется? Я забыл. То останки добытчика, а это что-то там тоже как-то называется. Что-то там какого-то преступника, бандита, лос преступникос. Как это называется? Ранчос Лос Преступникос. Да нет, по-моему, не Ранчос Лос Преступникос. Не Ранчос Лос Преступникос, да? Жаль, что не Ранчо Лос Преступникос. Я думал, Лос Ранчос Лос Преступникос. Так, ладно. Пишите письма мелким почерком. Как это называется? Не помню я уже.
Не помню его. Не забыл. Ну давайте название. Выдавайте название, куда я пришел. Куда я приперся? Так, руины. А, резиденция тюремщика. Ну я ж помню, что-то связанное с этими злоключенными, да? Вот, резиденция тюремщика. А глянь, а тюремщик-то был неплохой человек, он собаку держал, она жила в будке приличной. Наверняка заботился о ней. Эх, что же случилось с этим добрым тюремным резиденщиком? А? Куда он? Куда они все сгинули, а? Куда-куда? Вы удалились. Так, резиденция тюремщика. Ладно, пошли вон туда. Волков пока не вижу. Но здесь сюжете они тут шастают. Да, сюжете они тут, конечно, достают. Слушай, а у меня хлопушек, кстати, с собой нет. А что ты хлопушек не взял ни одной, а? Можно же было разогнать паразитов, если что. Ну, можно было, но мы привыкли действовать наверняка. Так, вот, смотри, тут пикапчик. В нем иногда спальник валяется. В ящике для угля, как ни странно, есть уголь. Тут есть бронспойды, тут есть синий факл, чтобы волков разогнать. Так, уголь. Да убери ты этот лук от Седова. Ткань. Защита от ветра, температура минус 12. То есть, видите, да? О, там спички лежат. Мы видим, да. В машине температура минус 7. Эх, чутка мне не хватило. This'll come in handy. Да, да, да. Это фигня. Это фигня нам прикатиться. Ну, придется развести огонек, иначе я тут на укулеле начну играть. Блин, а как же... А, ну я понял. Вот так же. Чтобы от... А то Отто Греца. Нам нужен Отто Греца. Ну и все. А тогда уже в следующей серии мы нырнем в ушелье. Ну, там ничего интересного, там бесконечная сборка КТ-шечки. Ну, пособираем ее. Может, найду что интересного. Резиденция, тюремщик, понимаешь ли. Ишь ты, резиденция. Так. Ну, тут вот еще есть немножко. Дровец. Холодно здесь, да. Слушай, тут где-то должна быть пещера, по идее. Надо поискать. Ой, крольчонка, мальчонка напугал. Так, а давай вокруг гуляем. Вдруг здесь еще что-нибудь есть. Ничего тут нет. Это там резиденция тюремщика, а это гараж тюремщика, я так понимаю. Ну, наверное. Не знаю, ничего там. Пора фризинг. Мы сейчас серию нашу. 33-ю будем завершать. 33-й серии, 33-й серии, 33-й серии будем завершать. Сейчас сколько я с собой воды припер? Валится, нам можно... Можно было там шурик сбросить и не переть всю эту воду с собой. Зря ты ее, конечно, столько припер, но теперь уж ладно. Теперь уж что? Еще мясо с собой вон сколько припер. И мясо-то мы сейчас все сожрем. Вот с мясом-то особых проблем не возникнет. Мясо уйдет только в путь. Так, ну что, давай поспим тут в машиночке. Один часок для сохранения. Ну вот так вот. За рулем в тепле. Ах, хорошо. За рулем в тепле. Лишь бы машина не загорелась. Ну, как показала практика, не загорается. Ну и все, друзья мои. Сейчас мы Ватсона попросим нам сделать фото. Для миссис Хадсон. Так вот, чик. Нужен еще разочек вот такой, чик. И все, и теперь скажу фразу. Поешь, забыл, как я говорил вам раньше, которую я говорю в конце на своих видосов-то. А говорю я следующее. Проведение припоручаю вас, дети мои, и заклинаю. Остерегайся выходить на болот в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Спасибо, кончено.